Ну що ж, шановні харків'яни, ми усі дуже хотіли з вами далі продовжувати спілкування англійською мовою, але українська – це наше все. Тож, у нашій студії вже з'явилася гостя. Ми навіть не будемо з нею знайомитись, бо усі ви її знаєте. Це представниця харківського зоопарку. Жанна, доброго ранку. Доброго ранку. Тож, сьогодні будемо розмовляти про диких тварин, яких можна десь зустріти. Да, потому что сейчас активный уже сезон вылазок на природу, в лес, в парки. И, конечно же, человек может встретить дикое животное. Вот хотелось бы такой провести своеобразный ликбез, что нужно делать и чего не нужно делать, если вы встретили дикое животное. Так, дивіться, у нас на Олексіївці, до речі, взимку дуже багато було лисиць біля житлових будинків. З чим це пов'язано і що робити, дійсно, що робити, коли побачили ось лисицю? Взагалі, вихід диких животних ближе к чоловіку, да, вот, к містам жительства людей, це такий фактор достатньо настораживающий, особливо це касається лисиць. Тому що, якщо лисиця підходить дуже близько к жилищу, перше, або їй не вистачає якоїсь кормовой базы, или же эта лисица заражена бешенством, что является очень опасным. Особенно лисицы пытаются ластиться к деткам, потому что они видят вот то, что это маленькие, да, детки, которые очень такие беззащитные, и их можно легко укусить. Опять же, коты, собаки, куры, то есть все это становится объектом для заражения бешенством. Поэтому большая просьба, особенно для родителей, предупредить деток, что если они видят лисицу, не нужно бежать к ней с распростертыми объятиями, лисичка, лисичка. Скорее всего, что лисица, которая не боится человека, подходит к нему слишком близко, это лисица, которая заражена бешенством. Ну, мне кажется, что взагалі, когда ну, и дети, и дорослые бачат лисицу, ну, я не бачив, что підходити не хочеться, хтось до неї підходив. Бо якось так з дитинства багато було казочок, що лисичка, вона така сестричка собі там хитра. Что не потрібно з ней спілкуватись. Да, конечно. Ну, разные есть ситуации. Лисицы, они вот, знаете, которые особенно вот больны, они выбирают такую тактику, вот они ластятся, да, как кошки, как собаки. То есть они подходят очень осторожно. Это же не то, что лисица, которая бежит на вас, разъяренная там со слюной. Ага. Да, это лисица, которая, опять же, очень хитра, потому что для нее главная цель, вот почему-то это ученые даже не могут объяснить и определить, лисы, которые больны, для них главная цель – это покусать всех, кого они видят. Угу. И они избирают тактику достаточно изощренную для того, чтобы свой план реализовать. А як ви ще? Крутого я нічого не бачу. Мені здається, ну уявляєш, як вони це роблять? Ну, яка природа, так? Природа дивна, звичайно. Наскільки вони хитрі, щоб таке робити? Але ж треба захищати своїх дітей, наших діточок. Лисиця, хтиш. Так, ладно. Які ще тварин ми можемо зараз побачити ось в наших лісах? В наших харківських лісах можна встретити волків, можна встретити кабанів, лось також зустрічається. Взагалі для животних не характерно йти на контакт з чоловіком. Тобто, якщо компания большая находится в лесу, вы активно разговариваете, шумите, музыка, песни, животное обойдет стороной. Исключение составляют только те животные, которые будут или ранены, или же они находятся в активном периоде гона, когда они ищут самку. Вот это вот касается, например, лося. Лось, если у него период гона, но это обычно осень, то от него убежать вообще невозможно, потому что лось своим копытом рассекает череп человека просто на две части. Но у лося есть такая особенность, он достаточно плохо видит. Поэтому единственное спасение – это зайти… Пробачьте, пожалуйста. Ну, это очень небезопасно. Уявляешь себе, ты такая сидишь себе десь там, ну, в тебе пикник, там, выехала с родиной, там, друзья, там, шашлычок, там, сосисочки. Лось в окулярах идет. Величезна лосяка, уявляешь себе, из кущи выбегает. Ну, що робити? Так, а що робити, дійсно? Убіжати ніяк немає можливості. Убіжати? Ні, убіжати можливості немає ніякої. Все, лягай. Чи кажи, стоп! Під копито? Ні. Єдинственний варіант – це тихонечко, дуже плавними движеннями зайти за великий ствол дерева і просто скритися з виду
из поля зрения лося, и он тогда пройдет дальше. А чему плавным? Потому что резкое движение, оно насторожит и вызовет еще большую агрессию. Вот. Это касается, в принципе, встречи с любым животным, то есть необходимо отходить достаточно медленно, ни в коем случае не поворачиваться спиной. Это касается в основном волков и диких кабанов, вот, потому что встреча с ними тоже может быть губительной. Вступать в схватку с диким зверем шанса у человека практически нету выйти победителем. Ну, я еще одна моя зброя. Конечно. Но если говорить о встрече с медведем, если кто-то там поедет в таежные края, то даже оружие не всегда может спасти, потому что медведь, который просто ранен будет, вот, он достаточно силен и может разорвать человека даже в таком состоянии, в состоянии ранения. До речи, а ведмедь, в нас його можна зустріти? Нет, у нас медведь нет. У Карпатах лише? В Карпатських горах, да. Фух, да. Все добре, лише лось. Волки, кабани. Багато небезпеки. Так, я знаю, що багато було історій. В мене навіть знайомі їхали по трасі, і лось, він вибіжав, а машина перевернулася. Ти розумієш, яка в нього сила, яка в нього міць, що і він побіг далі. Машина перевернулася, машина там у кашу, а лосю нічого. Чи йому щось було? Це дуже мощний живот. Ну, здесь нельзя говорить о том, що, смотря какой удар, куда этот удар пришелся, то есть здесь нельзя сказать, что этот лось остался жив или же этот лось погиб. Вот еще такой момент. Очень часто к нам в зоопарк приносят животных травмированных. Например, животных, которых сбили та же машина. И люди, которые сбили по неосторожности, приносят нам этих животных, которых потом выхаживают уже в Харьковском зоопарке. А так у нас наша знаменитая сова Клуша, с которой мы неоднократно приходили в студию. Вот ее сбила машина, и эта сова стала любимицей всех наших деток, потому что человек, который ее сбил, он ее и принес, собственно говоря, к нам в зоопарк. Принесли к нам и конюка. Это такая очень хищная птица, которая обитает в харьковских лесах. Тоже человек сбил ее, потому что она была дезориентирована светом фар, она полетела на свет и, собственно говоря, вот попала в лобовое стекло. Этот конюк в дикой природе бы не выжил, потому что у него было сломано крыло, но в Харьковском зоопарке он прекрасно себя чувствует. Но иногда, опять же, люди поступают несколько иначе. Они пытаются помочь тем, кому помочь не нужно, они видят там бельчонка, зайчонка, хватают его и несут к нам в зоопарк. Да, потому что все, он там был не на той тропе, не в той норе, по их каким-то оценкам. Вот, этого делать не нужно. То есть изымать животных из дикой природы, это касается птиц, потому что сейчас активный сезон появления птенчиков. Птенчики эти могут падать из гнезд, потому что они учатся летать. Этих птенчиков не нужно ни подымать, ни трогать. То есть все мы оставляем на своих местах. Это касается и встречи с дикими животными. То есть человек не должен вторгаться, это все-таки поле действия диких животных, максимально обойти стороной и создать атмосферу присутствия человека. Отдыхайте на природе, это территория, где можно активно разговаривать, петь, кричать, тогда животные поймут, что сейчас на этом месте люди, я обойду стороной. Скажите, пожалуйста, стосовно їжі, мне кажется, когда лось, ніхто його не буде годувати, але якщо ми зустрічаємо невелику там тваринку, то багато у кого з'являється бажання якось якусь їжу йому дати. Нагодувати. Чи можна це робити чи ні? Опять же, смотря какое животное. В принципе, лучше вообще ничем не подкармливать, потому что пища человека – это не свойственный корм для животных. Может возникнуть желание, подкормите маленьких кабанчиков, но там же сейчас выйдет их мама. И тогда уже тоже шансов очень мало остается. Только бегти. Бегти невозможно. Возможно, залезть на дерево, но если кабан не слишком крупный, то можно спастись. Вот. И в тебе есть силы. Зависит на цедера. Таким образом. Еще кабанов очень, в принципе, привлекает обилие еды, запахов различных. Или же, если человек пришел на место кормежки кабанов, к примеру, там его место, а вы туда пришли и там сели. Опять же, нужно смотреть на наличие следов. Если очень много следов от копыт, то там лучше не останавливаться, потому что это явно территория какого-либо кабана. И, конечно, кормить не нужно, потому что обычно человек предлагает животному? Хлеб.
Это как бы считается, что хлеб, вот все животные, птицы едят хлеб. Нет, животным хлеб противопоказан в принципе, и птицам тоже. У птиц он вызывает такое вот раздувание зова. Дрижжи, так, я так разумею? Да, конечно, конечно. Может птица даже задохнуться. Опять же, для животных хлеб это только черствый, в очень минимальных количествах, и не для всех он разрешен. Поэтому лучше не кормить. Вот. Если животное, вы видите, что оно здоровое и все в порядке. А если это животное, которое к вам подходит само, это должно насторожить. То есть лучше не идти на контакт. І повертаючись до моменту, коли, наприклад, хтось збив тварину або птаха, як треба взяти цього птаха, щоб, може, він його не клюнув людину, з якого боку підійти і чи можна, як підходити? Як зрозуміти, чи можна торкатися цього тварину або птаха? Если человек видит, что, ну, как бы, если этот человек сбил, да, не просто вот человек видит, что какая-то птица лежит, потому что у нас был такой случай, когда к нам принесли вальдшнепа. А вальдшнеп это такая птица, это хищная птица, но у нее тактика очень интересная. Как она защищается от опасности? Она просто замирает, якобы она мертва, под кустом, и она вот превращается, у нее такое оперение очень пестрое, она как будто бы вот листики такие, да, и она просто вот замирает, и все, как будто бы мертвая птица. И она ждет, пока кто-либо пройдет, там какой-то хищный зверь или же человек, а люди, не поняв этого, схватили этого вальдшнепа из-под куста и принесли нам. Птица абсолютно здорова, то есть она просто, у нее такая тактика как бы защиты. Поэтому прежде чем поднимать какое-либо животное, необходимо, конечно же, адекватно оценить его состояние, ну и максимально аккуратно там с помощью какой-либо тряпочки, полотенечка посадить в то же ведро или в какой-то контейнер и тогда уже привезти в зоопарк. Тож, шановні харків'яни, сьогодні у нас у гостях була Жанна, представник Харківського зоопарку. Велике дякую, що ви до нас завітали. І найголовніше, що ми сьогодні почули, це те, що потрібно бути обережними. У харківських лісах багато тварин, які хочуть, можливо, із нами спілкуватись, але нам це не потрібно. Зовсім не потрібно. Краще на них дивитись десь там у зоопарку, тож ми дочекаємось, коли він нарешті відкриється, прийдемо та будемо на них дивитись і радіти. Так, ну а наш ефір триває. Зараз випуск новин. Твій ранок.